Вот так аквариум выглядит через 2 дня. Никакой белой мути нету. Запуск прошел пока очень красиво. Перезапуск, так сказать. Здесь небольшой туман идет от Чехириса, доктора. Вода кристальная. Растение пузыряет, идет перлинг. Грунт вот так вот лежит. Чистенько, красивенько все. Сегодня буду делать подмену. Также настраивать автоподмену. И дальше уже полностью автоматика вся будет. Но это уже в следующем видео.